Кирилл, волнуешься перед дебютом в взрослой форме? Кирилл, волнуешься? Так, чуть-чуть, конечно, волнение еще всегда есть. Что-то такое необычное ездить по сравнению с молодежкой, еще что-то, сборная и сборная? Ну, конечно, первая сборная есть первая сборная. Сами же понимаете, другой уровень, другие хоккеисты, игроки. Хотя много кто играл в молодежке до этого. Удалось пообщаться с Олегом Знарков, что он сказал конкретно? С кем? Олег Знарков конкретно, сказал? Так, во время тренировки только. Кирилл, много времени вам придется, чтобы найти взаимопонимание с новым партнером? Владимиром. Да вот, нашли уже. Вместе ходим. Все, везде вместе теперь. С учетом того, что опять же все спорят, там поедет МХЛ, не поедет на Олимпиаду. У вас реальный шанс попасть, если они поедут. Вот. Все обсуждают об этом, но вот чувствуете, что... Ну, тело надо сюда попасть. Ну да, но все равно... Тело... Ну, не знаю. Что вот наш шанс. Ну, конечно, надо пользоваться такими же шансами. Но... Я говорю, сначала здесь надо попадать в состав, а потом уже думать о другом. Владимир, вы уже в этой команде один из опытных, это этап Евротура отыграли. Ваши ощущения по сравнению с теми, что учитывая, что такие достаточно новичков. Я не знаю, цель одна – выиграть, приезжаем на каждый турнир, побеждать, играть, а от сборной России ждут только побед, поэтому настрой, в принципе, не меняется. Не в зависимости от того, кто приезжает в сборную, не в зависимости от того, с кем мы играем. Нас не смотрят, как на уже опытного игрока относится? Не знаю, это не ко мне вопрос, наверное. Смотрим. Ну, а сами оберете какое-то шефство, может быть, на более молодыми ребятами? На Кирилла шефство взяли? Первый раз приглашены. Почему молчишь? Да не знаю, мы стараемся просто общий язык найти с ребятами, с которыми играем сейчас в пятерке, потому что времени достаточно мало. Вот. Мы разговариваем между собой, пытаемся найти общий язык и будем стараться показать результат. Насколько принципиально победить завтра и вообще хорошо выступить на этом этапе? Всегда принципиально, в любой игре. Каждый. А чем финны опасны в первую очередь, на ваш взгляд? Что тренер, на что обращает внимание? Чем опасны финны? Ну, финны – это всегда организованная команда, которая хорошо играет в пас, которая хорошо пытается, хорошо прессингует. Поэтому с ними нужно играть агрессивно и дисциплинированно в первую очередь. Должны реализовать все свои моменты, то есть не упускать, не транжирить. Трудно переключаться. Что? Все правильно сказал. Ну что, хорошая команда, типа молодежки, как играли, они всегда организованно играют и катаются очень хорошо. Надо просто не расслабляться, нельзя расслабляться и играть в свой хоккей. Трудно переключаться, может, к клубному сбору? Потому что после, на следующей неделе у вас матч между собой, а Бессалаватом очень важен. Вот, как переключать клубы, сборную, сборную, клуб? Ну... Договоримся. Да нет, такого нету. В принципе, нормально. Приехал, как бы, может, маленько отключаешь от клуба, и потом обратно врачиваешь, все так же нормально происходит. Настроение поднимается, потому что там все-таки, как, не знаю, как у вас там в Уфе, но со стороны смотришь, конечно. Или не очень. Да. Ну, конечно, после поражений, которые у нас все идут, конечно, настроение не будет хорошее, но тяжелый период, но, знаешь, две игры остались, надо их просто выигрывать, и все, больше других шансов нет. Владимир, наш партнер по Барсу, Мусин, я вылил, что позавчера в АХЛ играли, удивлены, что они сможет. Так и они играли уже после того, как был опубликован состав. Как мотает? Мотает то ВХЛ, то сборная. Ко мне вопрос. Кирилл, учитывая, что в Словакии немало травмированных, вас случайно, не знаю, не просили там поберечься, чтобы играть более, скажем, осмотрительно? Нет, такого нет. Надо играть, как играешь всегда. И... показывать свой хоккей, а если ты будешь бояться, еще, может, еще больше прилетит. Надо не думать об этом, просто и все, играть в хоккей. Спасибо.